В три смены сотрудники транспортной дирекции демонтируют уже ненужные дорожные знаки. Всего их было более 3000. На сегодня около 60% олимпийских знаков демонтировано и находятся на складе. После пересчета их утилизируют. В настоящее время остались знаки на транспортно-пересадочных узлах и внутри Олимпийского парка. Планируется, наверное, в течение нескольких дней ближайших закончить демонтаж знаков и расчехление существующих дорожных знаков, которые были зачехлены ввиду изменения схемы организации движения, после чего приступим к изменению нанесения дорожной разметки. Уже к середине апреля во всем Большом Сочи нельзя будет найти ни одного олимпийского знака. Мобильные автономные светофоры и информационные табло тоже исчезнут с дорог. Были установлены временные светофорные объекты, такого желтого цвета вы их, наверное, видели. В настоящее время все временные светофоры вывезены уже на склад. Кроме светофоров были нами установлены мобильные табло перемены информации, большие экраны, где выводилась символика олимпийское движение, ограничение движения. Они также в настоящее время в количестве 58 штук будут вывезены на склад. В отличие от олимпийских знаков, светофоры и информационные табло ждет хорошее будущее. Утилизировать их не будут. Скорее всего, передадут администрации города. В свою очередь, власти смогут использовать табло и светофоры при организации дальнейших крупных мероприятий. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.